Подготовка к загородному, первому в 2023 году, афганскому казанчику с картофелем и мясом. Ингредиенты уже подготовлены заранее. Добавляем в казан масло. Дальше лук. Следом идет морковь. Добавляем воды немножечко. Забыли важный ингредиент, добавили. Это секретный перчик. Ингредиент. Секретный. Ну, рассекретим сейчас. Перчик. Отправляем картошку. Картошки как-то маловато, но я думаю, хватит. Следом отправляются грибы. В конце наш секретный ингредиент. Перец. Все это, соответственно, закрываем. И выжидаем. Все готово. Красота. Краснота, лепота.